отсюда еще маленько к качам. Это самое, туда дальше глубже. Она все равно, что ли, прибывает вода? Откачиваете, она опять прибывает? Она оттуда прибывает, оттуда сюда идет. Потому что 4 коридора все забиты водой. Володя, ты в воскресенье это обнаружил? В понедельник обнаружил. Это утром? Да. А вы вечером пришли? Да. А потом водоканал вызвал. Они пришли, разобрались, что к чему. И сказали, это ваша команда. Нужно выполнять. Правда, не берет. Управдом. Не берет он трубку. Не берет? А вы туда уже оставляли, да, заявку в управдом? Да. Да? А как же? А я сегодня в дежурную диспетчерскую службу позвонила, сказали, не было заявки даже. Твою мать. Да. Какая наглость. Вот которая 78, 78, 78. Да, да. Нет, это 78, 78, это общий диспетчер. Так сказали, что не поступала заявка даже. Ну, видишь, она говорит, она ходила... не перебивай ради бога. Он ходил в приемную, ему даже вот... Вот да. Мне даже дали написать заявление. Так. Я отдал. И они вот. Ему они зафиксировали. Вот. А потом... И что сказали? Ждите помощи? А потом... Вот телефон МЧС. 101. Да, да, да. Потом 90-5. К этому звонил. Потом 78, 78, 78. Им оставил вот такое письмо. Вот. Потом 43-16. Водоканал. Водоканал приехал, начал проверять. Не здесь, а где надо. Они знают эти все системы разъемки. Ну и я за ними, за каждым метром слежу, что делают. Нашли колодец, который вообще травой зарос. Гравием засыпан. Остальные наружу видно. Кольца эти. Ну ладно, сделали все, выполнили работу, приходит, а у него чертеж, схема, с химкомбината начали, понимаете, искать все, дошли до нашего места, это, говорит, не наше, это ваша контора сделает. Интересно. Звонит нашим, получается, это вы должны все делать, это не, к нам не входит. А вы сегодня вызвали уже просто за свой счет, да? Да. Не просто, за деньги. За деньги? Да. Потому что народ-то идет, им надо картошку перевезти, перевезут, разгружать некуда. И бегаю, и ищу, как выкрутиться, как помочь людям. Вот. А сколько здесь кабинок? 112.